Анатолий, что, был тоже? Были, да? Ты мне дай номер этого. Михаил, кому мы тот раз? Санек. Сашки, да. Сашка Петров. Да, Олег. Ты записать хочешь? Да, сейчас. Ну не сейчас, потом. Ну потом, ты мне тот раз тоже. Да хочешь. Сейчас посидим, потом дам. Ты что, хочешь позвонить ему? Ну да. Чтобы она мне потом встретила, там одна. А ты когда собрался ехать? Да вот как-то. Перед Новым годом. Хочешь перед Новым годом рвануть? Сейчас денежку наберу, может, все вместе съедем. Так, одним днем? Ну, дня на два. Я там ночевать не смогу остаться. Это ты оставайся тогда. Я туда-сюда только если. А потом ну, приедешь тогда. Ну, можно так, одним днем. Ну, там разведку сначала сделать. Может, передумал, блин, за то время будет. Я понял. Ну, конечно. Предварительно. Созвонитесь. И решите там. Сообщение какое-то висит. Может, милая любимая? Она тебе пишет вообще? Ну да. Да тут до хрена она что написала. Так и пишет до сих пор, да? А почему она не звонит, а пишет? Олег Заволокина, жду его быть у меня. Останься у меня, у Лены. Пишешь? Она пишет. Пишешь, да? Ну вот. Да я верю. Верю, Олег. Я так хочу, чтоб приехал сегодня вечером. Сегодня писал? Еду, да, вот. И сегодняшнее число. Не поедешь? Сань, и по такому гололёду и ехать как? Это же опять явно не 250 рублей жить туда. И назад он потом? Он заводит, а он назад, ну а туда, чтобы он даже хотя бы отвез. Оттуда уже мне дороже будет. Потому что ночью. Да. А с ночевкой не останешься, да? И где я их возьму, блин? Сейчас, пока в данный момент. Ну, на сегодня. Завтра-то я больше-то и возьму. Ну, если мириться будешь, давай я тебя отправлю, Олег, на такси. Оплачу я тебе такси, если только ты помиришься. Я, в принципе, хочу, чтобы вы помирились, потому что распадается молодая ячейка общества. Может быть, все-таки что-нибудь как-нибудь. А с этой как тогда быть? Ну, ты ей скажи, я еще пока в отношениях. Ты ей сразу предупреди, что у тебя милый любимый есть, от которой не так просто избавиться. Ты же в один момент ее не забудешь. Будешь горевать и думать. 5 лет почти. Без одной. А, без 3 месяца. Получается так. Блин, если бы знал, лучше бы я со Светкой бы жил. Светка. Тут намного проще было. Светка, она поумнее, да? Да какая разница? Поопытнее, да? Да при чем тут это? Суть не в этом. Она умнее намного и более спокойнее, не такая агрессивная, как она. Она мягкая, а это жесткая, блин. Тяжело. И еще раз, блин, раскроешь. Ну, не буду тебе слова говорить, как я ей тут рассказал. Я говорю, потом, я говорю, ты же пожалеешь. Но я опять же словами сказал, а не так. Не понимает, да? Не понимает. А не понимаешь, блин.
Ир, долго ты не проживешь. Я ей сразу сказал, и люди все говорят. Потому что кто жил, у них проверки эти все были. Вот так вот. И пока она сама не поймет, не куснет вот этот. Локоточки? Локоточек. А потом она только может, возможно, даже и оклемается. Ну ладно, Олег, что Бог не делает, все к лучшему, может она так и лучше. Судьба такая. Ты же мне еще это обещал, помнишь? Гарнитуру. Наушник. Ну, наушник, и ну. Это раз. Ага. Отвертка. Отвертку? Да. Я тебя вчера ждал, ну, помню ждал, я. Так и ни хрена. Помню я. Даже скидывал тебе. Да. Ну пойдем возьмем. Там так открыто сейчас. Да. Пошли, куплю тебе отвертку. А потом? Ну потом зайдешь, кто ее возьмет. Куда он денется? Телефон забери. А это в карман кидай. Да я так пойду, блин. Ну пускай, телефон забери все равно, мало ли. Может сейчас кто-нибудь. Может сейчас тут. Да колонка тоже пусть здесь. А то скажут, что ты там спизданул ее. Они ж там да, продаются. У них все поедет, по штрих-коду все пробиться. Что, уже оплачено? Да. Ну все равно, зачем она тебе нужна? Пойдем сходим. Тут рядом. Отвертку возьмем. Так, взял сигареты. Сигареты в кармане. Да. Я вот здесь сейчас покурю. Ну да. Юля нас потом запустит. Конечно. Юля, сейчас дай спрайс на минуту подумаешь. А что ты крутить ей будешь, этой отверткой? А? Что ты ей крутить будешь? У меня есть что там. Там до хера дивов. Я мебель сейчас начал выжигателем выжигаю, блин, узоры всякие. Это сейчас буду все делать. Нарезки. Макли, короче. И на продажу. Что такое? Ага. Здравствуйте. Ну, обычно с насадками это. Вот это? Да. А может синюю? Да вот синюю лучше. Будет. Синюю лучше, Олег. Такую ты хотел, да? Да. Там есть что мне крутить. А выжигатель дома есть, да? Есть, конечно. А ты как, рисовать будешь, а потом выжигать? Ну, узоры накладываешь, накладку делаешь, а потом копирка. По этому узору, да. По копирке? Да, и потом уже выжигаешь лак, наждачка, ну, лёгка такая. Пробовал-то, да? Конечно. Ну, тут да. Может, она дело и пойдёт на продажу, попрут. Это другие, без насадок. Это не то. Это набор. Пассатижи, что? Вот, вот, это самое главное. Ты что, еще и пассатижи хочешь зацепить? Ну, не знаю, на сколько хватит. Сколько отвертки стоит? Не знаю. Но не больше. А сколько отвертка стоит? Цены что-то здесь нету. Иди туда, пробей. Фикс прайс. Что там?
249. И пассатижи. Ну бери, ладно, пассатижи тоже. Пойдем, пробьем. Пусть будет, Олег, тебе подарок от меня. На Новый год. Не сюда. Угу. Карты принимаете оплату? Да, просто подносите на там на платье. Просто прислонить? Ну, просто я еще не пробовал, как здесь. Опа. Ну-ка, китай. Что это у нас тут? Как экспресс есть у вас? Типа телеграмма. Экспресса нету. Нету? Нет. Давай. Так, карту. Карта. Вон. Карта прислонить, пожалуйста. А, вон как. Проще простого, да. Проще пареной репы, Олег. Все, да? Да, все. Спасибо. Пожалуйста. Бери и помни, Олег. Угу. Ничего не забыл? Нет. Сказать, ничего не забыл? Сказал, забыл сказать спасибо. Во. Очень. О. Огромное и сильное. Тут у нас Жорик. Жора, здорово. Здорово, дружище. Чего ты? Чё ты? Ух ты! Ух ты! Сосед мой друг. Вот. Жорик. Вот теперь у меня все есть. Ну, пользуйся на здоровье. Инструмент, чтобы ни у кого ничего не спрашивать, блин, нет. Как в тот раз я, блин, иду к отцу, блин, и спрашиваю, блин. А он не всегда дает, да? Не всегда. А теперь у меня все есть. Даже набор есть, и этот шуруповерт есть. Болгарка. Болгарка тоже есть. Как, вот только циркулярку надо еще потом. Циркулярочку? Ближе к лету. Сделать и все. Ну, с циркулярку, я думаю, решим вопрос. Ну, да. Попозже. Вот. Вот теперь у меня все свое есть. Не надо ни за каким бегать. Потом еще ящичка возьму, как это. Техуслуги, объявление подал и ходи, ремонтируй. Можно объявление подать. Мастер на час. Ходи, розетки крути. Розетку поменял, блин, и все. Мастер на час, муж на час. Что хочешь, нет, пиши, Олег. Нет, только не с этим эмблемой. И все. И будешь, Олег, ходить, успевать только. А мы сейчас поглядим эту верку. Ну давай посмотрим. Она с индикатором. Видишь, инфракрасный. Тут насадки, а внутри индикатор. Ну открывай, давай глянем.